сейчас хорошо слышно? Я пропадаю? Но я постараюсь еще сделать немножко погромче. Да, Филипп, в следующий раз. Прошу прощения. Ну, хорошо, давайте я представлюсь. Меня зовут Антонина Чайковская. Живу в славном городе Ялте, который очень люблю. За море, за воздух, за лес, за горы, за все вместе. Очень рада то, что я нахожусь в компании «Ценобой». Именно об этом сегодня будет речь. Именно о компании «Ценобой», не какой-нибудь другой компании, потому что через свою линейку работы, которую я провела в интернете, не только в интернете, я испробовала разные методы заработка, я могу уже судить о многих видах заработка, поэтому сейчас расскажу, какая разница, почему я именно здесь, почему не в другой компании. И хочу сейчас спросить, пожалуйста, кто у нас сегодня присутствует впервые? Есть такие люди, новички, которые совершенно еще не знают, что такое компания «Ценобой»? Оксана, Максим, Андрей. Ну, отлично, очень много новичков. Смотрите, ребята, особенно новички, я прекрасно понимаю, что вы в интернете получаете очень много разных предложений. В них очень сложно разобраться. Кажется, что все везде хорошо, потому что если вы попадаете на сильного человека, то, естественно, замотивировать новичка нечего делать, если человек особенно с опытом, да. Поэтому вам нужно обязательно уже уметь различать компании, которые вам предлагают. Различий тут мало, их нужно просто знать. Я сейчас вам об этом расскажу. Почему именно «Ценобой», почему, да, перепробовала именно «Ценобой», ушла, кстати, из MLM-компании, занималась сетевым маркетингом 13 лет, очень любила сетевой только за то, что мне преподали очень серьезную школу, это школа общения, школа дружбы, очень много друзей, в принципе, очень хорошие результаты, но есть минусы в любом заработке, не просто в MLM говорю, это то, что мы предлагаем какой-то определенный вид услуги, вид товара, вот что-то одно. А каждому человеку, каждому из нас нужно не только вот одно направление, нам нужно много чего. И вот нужно уметь уже сегодня на вот этом многом зарабатывать. Не просто на одном направлении, вот направление здоровья, например, направление красоты, направление, я не знаю, там, любые там инвестиции, направление партнерки. Все это уже есть, потому что все, что сейчас преподается на рынке заработка, это уже пройденная тема. Ну, как бы вам сказать, это тема, которая очень много имеет конкурентов. Нельзя много заработать там, где есть много конкурентов. Либо можно, но очень тяжело. Поэтому я вам предлагаю послушать мою информацию о том, где можно заработать много, быстро, легко, и самое главное, надолго. Илья, меня не видно, прошу прощения, что-то с камерой. Не знаю почему. Итак, компания «Ценобой». Из всех видов заработка, которые сейчас есть, я выбрала компанию «Ценобой» только потому, что она соответствует всем моим критериям. Каким критериям? Это для меня самое главное. Это, ну, во-первых, многие говорят, что плохо, что компания «Ценобой» российская, и с российской компанией я сотрудничать не буду. Хочу вам сказать, что я сотрудничала с абсолютно всеми компаниями, которые можно только перечислить. И французы, и немцы, и англичане, и Голландия, и где-то я не была. То есть я не могу сказать, что для любой компании это основной критерий. Вы знаете, вот именно сейчас, по истечении стольких лет, я поняла, что самое главное, это то, что можно достучаться до президента компании. Это то, что можно вот на расстоянии протянутой руки дойти до офиса компании. Компания «Ценобой» — это российская компания, это международное потребительское общество. Это компания, главный офис которой находится в Набережных Челнах, в нашем самом главном IT-парке России. И самое главное, что компания «Ценобой» имеет свой штат сотрудников, сотрудников высоких профессионалов. Мы рекламная компания. Мы не очередная компания MLM, мы не очередная компания инвестиционная, мы не инфобизнес, мы не партнерская программа. Мы рекламная компания. Ребята, не видно слайдов? Скажите, пожалуйста, слайды видно? Видно. Еще раз, кто опоздал? Да, меня не видно, но видно информация. Слушайте, пожалуйста, информацию. Я думаю, что для вас, для людей, которые ищут в интернете заработок, не главное, как выглядит презентатор, а главное то, что он вам сейчас скажет, и то, что вы можете для себя, в принципе, принять. Ну вот, маленькая техническая заминка. Прошу прощения, я извинилась сразу. Так вот, мы рекламная компания. Это общество потребителей, это общество, которое предлагает совершенно новый вид рекламы.
Такой рекламы еще никто не давал. Мы первые. Мы занимаем самую пустую нишу. Мы ни с кем не соревнуемся. Вы, наверное, понимаете, что значит открыт бизнес в совершенно пустой нише. Да, меня не видно. Наверное, не буду читать чат, потому что отвлекаюсь. Ребята, давайте по делу будете задавать вопросы. Меня не видно, но слышно. Так вот, смотрите, многие сейчас в интернете пытаются найти свой какой-то вид бизнеса, который будет для них приемлем. Я сразу хочу сказать, что если вы еще нигде не зарабатывали, либо уже зарабатывали, особенно те, которые зарабатывали, они имеют уже возможность сравнить. Продвигать какую-то одну идею очень тяжело. Либо это нужно соревноваться с теми, кто продвигает точно такую же идею, но, например, приукрашенную, например, каким-то там, либо красивой упаковкой, либо каким-то там супер-пупер продуктом. Это все равно конкуренция. Нужно всегда быть там, где нет конкурентов, где самая востребованная ниша, и где это, в этой нише могут состояться абсолютно все люди. В сетевом маркетинге и вообще в любых видах заработка, которые я перечислила, можно состояться только с одним условием. Если вы зайдете в компанию, внесете какой-то вклад, либо купите какую-то продукцию, либо инвестируете, либо купите тренинг, ну, по идее, вы понимаете, нужно какой-то взнос. И вы будете зарабатывать именно вы только тогда, когда вы сделаете то же самое для других, когда другие зайдут за вами и сделают то же самое. Вот это сейчас очень тяжело. Потому что сейчас в интернете много, конечно, для заработка, но и стало работать тяжелее, потому что очень мало людей уже верят многим тем, которые раньше их куда-то приглашали, и они там не состоялись. Очень многие люди не любят приглашать, и очень многие люди боятся вкладывать. Значит, все виды заработка, которые вы знаете, они работают с очень ограниченным количеством людей. А большая, самая большая армия людей, которые не любят, не хочет и боится, она не востребована ни в одном виде заработка, но она очень большая. Мы все с вами являемся потребителями. Мы все с вами покупаем и продаем. Мы продаем свои умы, мы продаем услуги, мы продаем все что угодно, да, идеи, хобби. Мы с вами являемся и тем, и другим. Почему компания «Ценобой» взяла направление рекламы? Не только потому, что вот та реклама, которая сегодня есть, она старая, она уже, в принципе, не востребована, я об этом сейчас расскажу. А еще потому, что мы проталкиваем идеи, в которые каждый человек может найти себя. Я еще раз повторяю, каждый. И мы даем такой бизнес, где, ну как бы сказать, мы зарабатываем на том, что каждый человек привык делать каждый день. Вот это будет срабатывать, вот только в этом может быть пассив. То есть IT-компания, рекламная компания «Ценобой» является уникальной компанией, которая предлагает совершенно новый вид рекламы, который очень востребован рекламодателями, потому что старый вид рекламы, он неэффективный, но он дорогой. Вы, наверное, знаете, какие рекламы уже есть, и что мы, как потребители, не очень любим эту рекламу смотреть. Это реклама на телевидении, это радио, это газеты, это билборды, это возможные листовки, это наклейки на наших подъездах, на наших лифтах. Ничего это не работает. Но я вам хочу сказать, что за это платят очень большие деньги. Естественно, рекламодателю, любому бизнесмену никак нельзя без рекламы. Нет рекламы, нет бизнеса. Вы же сами понимаете, нет рекламы, нет продажи, нет бизнеса. Это взаимосвязано, это всегда было и будет. Поэтому наша компания одна из первых поняла, что вот эту нишу надо занимать. Нужно занимать там, где старое, должно обязательно сменить новое. И мы предлагаем новое, то, что еще никто не предлагал. Естественно, что сейчас все бизнесмены, которые понимают, что старая реклама не работает, и что самое активное сейчас продвижение своих товаров, услуг, оно идет только в интернете. Вот вы смотрите на слайдах, тут видно, что из всех видов рекламы, которые сейчас есть, на плаву остается только интернет-реклама. И очень многие предприниматели уже находятся в интернете, они используют рекламу в социальных сетях, они используют тизерную, баннерную рекламу, используют Яндекс.Директ, Google AdWords. Это все правильно, но из всех видов рекламы сейчас самым эффективным и самым интересным для рекламодателей являются социальные сети. И, естественно, я знаю, что это еще YouTube, и, конечно, это, ну, YouTube тоже социальные сети, это мобильное приложение. Что пропало, Максим? Пропала презентация? Мне что-то сегодня очень тяжело вести. Скажите, видно слайды? Все нормально. Да, то есть смотрите, мы взяли то, что люди
людям нужно в первую очередь? Если мы с вами и продавцы, и покупатели, мы нуждаемся с вами либо в рекламе, либо в той информации, которую дают рекламодатели. Потому что мы, как покупатели, хотим использовать эту информацию с выгодой для себя. Мы хотим покупать дешевле. И мы хотим знать эту информацию непосредственно тогда, когда она нам нужна. И мы не хотим эту информацию выбирать среди массы другой. То есть сейчас любой предприниматель очень нуждается, и я вас уверяю, будет платить очень большие деньги за целевую рекламу. И вот мы даем не просто новый вид рекламы, мы даем таргетированную, целевую, направленную рекламу, которую еще никто никогда не давал. И именно на этом рынке мы будем зарабатывать с вами очень серьезные деньги. Хочу сразу вам сказать, строится новый рынок, рынок рекламы, где создается сначала потребительская сеть, то есть нас с вами, да, нас сюда приглашают как потребителей, где есть рекламные агенты и где есть рекламодатели. Вот ценовой – это компания, которая находится по центру. С левой стороны – это рекламодатели, которые ждут, не дождутся, когда мы им дадим вот эту сеть, сеть целевых покупателей, сеть людей, которые интересуются именно их видом рекламы. И с правой стороны вы видите те виды рекламы, которые мы предлагаем для каждого предпринимателя. Вот каждое из этих направлений, он уникален. Это ценолайк, ценотренд, ценофон и ценомаркет. Я сейчас вам расскажу о каждом поподробнее. Первое направление – это ценолайк. Это для тех людей, которые имеют свою страничку ВКонтакте, которым есть больше 16 лет, и которых у каждого из вас есть 400 друзей. Но хочу сразу сказать, нужно к этому отнестись серьезно. Эти 400 друзей, которые у вас находятся сейчас, если нет, то это нужно, конечно же, исправить, должны быть живыми. Они должны быть не накрученными, не фейковыми. И если у вас вот такое есть, особенно у новичков, да, я вас поздравляю, вы уже можете зарабатывать, используя вот это направление компании «Ценобой», «Ценолайк». Вы можете делать репосты, вы можете делать репосты рекламных объявлений. То есть на своей страничке вы можете ставить рекламное объявление тех компаний, которые заключили с нами договор и которые заплатили нам за это деньги. И оставляя вот это рекламное объявление на своей страничке ВКонтакте 72 часа, вам за это будут платить. То есть совершенно не тяжелая работа, занимает очень мало времени, но это очень хороший вид подработки. Сразу хочу сказать, что каждому человеку дается подготовительный период, как я говорю, демо-период. То есть попробовать, как это делается, нажал кнопочку, посмотрел, что у вас появилось это рекламное объявление в своей стене, и потом зайти в бэк-офис, нажать на кнопочку «Получить деньги», это то, что должен делать каждый человек, вот, и приняв для себя такой вид заработка. Вы можете заработать всего лишь 50-60 рублей на бесплатном варианте входа. То есть вы бесплатно зашли, прокликали 40 рекламных объявлений, заработали 50-60 рублей, обналичили их через систему Яндекс.Деньги, и вы сразу поняли, ваше это, не ваше это. Вы, во-первых, познакомились с нашей системой, вы посмотрели, как моментально выводятся деньги, потому что я хочу сказать, что сегодня это большая проблема для многих компаний. Когда нужно ждать, давать какую-то заявку на вывод, когда нужно ждать какое-то время, в данном случае у нас вывод моментальный. Нажали кнопочку, через несколько секунд вы получаете свои деньги. Ссылку не дают. Сергей, реферальную ссылку, вот это к этому же вопросу, к этому слайду спасибо. Смотрите, человек, во-первых, сначала очень серьезно проверяется. Мы же не просто компания, которая вот собрали людей со своими страничками ВКонтакте, да, и даем вид заработка. Мы же платим реальные деньги от реальных предпринимателей, да. Никто не будет платить вам вот рубль 60, а в последующем 16 рублей, если у вас не проверена хорошо ваша страничка, что она у вас там не накручена, что у вас она живая, что она привлекает интересы других пользователей социальной сети. Потому что любой рекламодатель хочет платить не лично вам, а вашим друзьям, которые у вас есть в контактах. Поэтому это нужно проверить. Это как бы идет пока в ручном периоде. Я вам хочу сказать, ребята, мы все находимся сейчас в демо, мы сейчас в предстартовом периоде. У нас еще есть какие-то шероховатости. Это нормальный процесс. Если вы бизнесмены, кто-то из вас есть,
Я вот, например, бизнесмен. Я когда открывала свой бизнес, вы знаете, у меня этих шероховатостей было в течение 2 лет. Пока все это наладилось, это нормальный процесс бизнеса. К этому нужно относиться нормально, тем более, что мы с вами сейчас имеем дело с IT-технологиями. Это очень серьезно. Это не просто так вот взял, выпустил свет, и все, оно работает как частики. Это все нужно подкорректировать, подработать. Поэтому это нормальное стечение, так сказать, обстоятельств. К этому нужно тоже нормально относиться. День можно делать только 3 репоста на бесплатном. Ира, вот по поводу количества репостов. Опять же, у нас очень мудрая система отслеживания, нейронная система называется. Это такого типа робот. Это он отслеживает, сколько вам давать репостов на вашу страничку ВКонтакте. Вот смотрите, если вы живете в одном городе, а у вас друзья из совершенно другой страны, то есть вот, вот эти 400 друзей, большинство из них живут, например, в моем городе Ялте. А вы кто-то, вот, например, Сергей, живет, например, в Москве. То, естественно, рекламодатель, который живет в Москве, не даст Сергею много своих рекламных объявлений, потому что Сергей один, он москвич, а все остальные люди у него в Ялте. Значит, он даст кому? Человеку, который имеет друзей больше москвичей. Вот это вы должны понять. Поэтому нужно, если вы хотите вот именно этот заработок для себя принять основным, вы должны заботиться о том, чтобы на вашей страничке ВКонтакте было как можно больше друзей. Просто добавляйте друзей, как это делать, вас научат люди, ваши наставники, это совершенно не тяжело, тем более это нужно делать тоже очень аккуратно, и нужно приглашать не просто абы кого, а приглашать нормальных, серьезных людей. Это тоже отслеживается, это ваш источник дохода, который вы для себя приняли, если вы принимаете только направление цена лайк. Давайте поговорим дальше по цена лайку. То есть смотрите, демо-период дает вам возможность по рубль 60 сделать демонстрационные, так сказать, вот эти репосты и снять, обналичить деньги. Дальше система вам пишет, если вам понравился такой вид заработка, мы и дальше будем с вами сотрудничать, но условия, вы должны пройти у российской компании Росса обучение. Вот программа «Цена лайк», она ведь не просто дает вам заработать, она дает рекламодателям облученных рекламных агентов. Вот это обучение, которое стоит 3700, хочу сразу вам сказать, 3700 только на момент демо-периода. Если вы не успеваете до того времени, как вы обналичили деньги, пройти обучение, обучение будет стоить 5100. Почему такие деньги и почему нужно обучение? Да потому что ни один рекламодатель, не обученному рекламному агенту, а пройдя обучение, вы действительно становитесь рекламным агентом. Вы, в принципе, и на демо-периоде тоже рекламный агент, но еще такой новичок. Вы многого не знаете, вы делаете много ошибок, и вы не очень интересны как бы рекламодателю, потому что вы не знаете, как правильно работать в социальных сетях ВКонтакте. Вы не знаете, как сделать вашу страничку магнитом для посетителей. Вы не знаете, как сделать так, чтобы вас искали рекламодатели и заваливали вас вот этими репостами. Вот это вам дается на вот этих обучениях, на вот этом обучении. Обучение проходит всего лишь 5 дней, 5 часов, с понедельника до пятницы. На 6-й день вы проходите тестирование, вы получаете востребованную профессию, и вы востребованный рекламный агент со своим инструментом, со своей страничкой ВКонтакте. Вот это понятно. Ребята, понятно? Меня никто не слышит? Понятно. Так посмотрите, вот это направление для людей, которые бесплатно зашли, бесплатно попробовали, потом обучение прошли и начинают зарабатывать не по рубль 60, а после обучения 16 рублей. Дорого это, Светлана? Да вы не знаете, я не могу сказать. 3700, если вы пройдете хорошо обучение и сделаете так, чтобы ваша страничка получала как можно больше заказов, она будет получать, если вы хорошо будете обучаться, то вот этот взнос, который вы один раз всего лишь делаете, в свою голову, как я говорю, он всегда окупится, и вы всегда будете иметь в своем кармане определенную сумму денег. Вас ее никогда никто не украдет, вы ни перед кем никогда не будете отчитываться. Это ваш пассивный доход. Кнопочку нажал, 16 рублей в кармане. Вы всегда можете потом иметь возможность оплатить расходы и мобильной связи, и интернета, и, может быть, даже и каких-то коммунальных платежей. Это все зависит от вас. 3700, вы знаете, я прошла до компании ценовой обучение на трафик-менеджера за 20 тысяч рублей. За 20, не за 3700.
Я считаю, что и 20 тысяч рублей это тоже дешево. Потому что те знания, которые я прошла вне компании «Ценобой», потому что тогда я еще не была в компании «Ценобой», давали мне возможность за 5 дней заработать 10 тысяч рублей. За 5 дней. Потому что это такие классные знания, которые никогда вас не оставят без денег. Ну, Светлана, если вам деньги девать некуда и вам не нравится направление «Ценолайк», пожалуйста, прослушайте про другое направление, где вообще ничего не нужно вкладывать. То есть есть разные люди, которые не хотят приглашать, и им вот это направление очень нравится. Вот это направление взяли мои, например, звука нет, не знаю, что такое. Слышно меня? У меня индикатор идет, я не знаю. Вот смотрите, я сетевик, у меня есть брат, который живет в сельской местности. У каждого человека в сельской местности, у всех 100% сейчас есть интернет. И все занимаются чем в сельской местности? Я не говорю о городе. Это все понятно. Все сидят в танчике, играют. Или еще какие-то там игры. Что делает система «Ценобой»? Что делает система «Ценолайк»? Человек проходит обучение, и он уже может использовать свой компьютер, чтобы иметь прибавку к своей очень тяжелому своему труду, который оплачивается в сельской местности. Я это знаю, поэтому я об этом говорю. Я никого не уговариваю, я просто вам говорю. Вот такой вид заработка вы нигде не найдете, если вы пойдете на буксы, если вы пойдете на инвестиции, либо еще куда-то, где можно подзаработать. Ребят, в интернете заработков много. Естественно, можно заработать, но самое главное, что это заработки не быстрые. Самое главное, что они больше негатива несут, особенно тем людям, которые не могут на тех заработках состояться. В данном случае я хочу сказать, что любой человек из моей структуры, который сейчас есть, да я вообще считаю, кто пришел в «Ценобой», никто не может здесь быть обманутым, потому что мы даем направление, вы выбираете свое, которое вам нравится, и вы однозначно будете зарабатывать. Привлечение денег с населения. Алексей, мы не привлекаем деньги с населения. Мы даем, это официальная компания РОСА, которая дает образование. Если вы знаете, что образование у нас есть платное. И если вы в интернете, то, вот, допустим, я в свое образование вложила 30 тысяч долларов. И не жалею об этом. Опять же, каждый считает, что ему нужно. Так вот, если вы выбрали это направление, вы можете всегда знать, что у вас есть нормальная дополнительная заработная плата. Если вы хотите вот это мобильное приложение использовать для того, чтобы на нем еще зарабатывать, в каком плане? Раздавая бесплатно вот это, ой, я уже запуталась, извините. То есть вот этот «Ценолайк» можно самому ставить и зарабатывать на своих действиях. А можно еще привлекать других людей, которых устраивает такой вид заработка, да? И от того, что они будут делать вот эти репосты, зарабатывать от их деятельности третья глубина, либо седьмая, в зависимости от того, какой вы возьмете вид бизнеса в нашей компании. Об этом я тоже поговорю позже. А те, кто не будет платить, те, я вам сейчас расскажу. То есть по ценам лайку понятно. Это направление, идем дальше. Вот это вообще замечательное направление. Сейчас оно вообще, я не знаю, оно, конечно, только-только начинает себя оправдывать, потому что еще есть много погрешностей, но это, опять же говорю, это все нормальный процесс, он очень быстро восстановится. Это приложение, бесплатное приложение «Ценофон». У любого человека, у которого есть телефон, смартфон на операционной системе Android именно, может абсолютно бесплатно установить себе это мобильное приложение. Еще раз повторяю, для людей, которые не хотят вкладывать. Берете мобильное приложение, скачиваете его себе на смартфон. И как оно действует? При регистрации, когда вы скачиваете, вы указываете свой телефон, потом вы указываете телефон человека, который вам сказал об этом направлении. И он у вас останавливается. Останавливается вот такая вот синенькая, маленькая, если вы видите, иконка на вашем телефоне, на вашем экранчике.
И когда вы хотите кому-то позвонить, вы нажимаете на эту иконку, и до того, как человек возьмет трубку, которому вы звоните, вы как на канале YouTube, на видеоролике, у вас всплывает маленькая видеореклама на 5-10 секунд. Во-первых, эта реклама целевая, потому что она будет идти по тому интересу, который вы указали при регистрации. То есть вы понимаете, вы получаете информацию, которая вас интересует, вы поговорили с человеком, и вам за это заплатили. Сколько заплатили? Опять же, цены разные. То есть это реально, ребята, это не просто так, вот я вам сейчас скажу, и там будет, потом вы будете мне говорить, что я не права. То есть есть рекламодатель, который, вот допустим, в Ялта, я занимаюсь обувью, я прихожу, я соединяюсь с человеком, который представляет компанию «Ценобу», и говорю, я хочу, как рекламодатель, заплатить компании «Ценобу» за то, что вы оповестите ялтинцев о том, что я в городе делаю распродажу обуви в магазине таком-то. Что делает компания «Ценобу»? Мне говорят, хорошо, мы сейчас проверим. У компании «Ценобу» есть очень открытая информация, что именно в Ялте 1000 человек скачали приложение «Ценобу», и именно 1000 человек указали, что их интересует обувь. Вот что это такое. То есть я как рекламодатель знаю, что у меня уже есть 1000 потенциальных клиентов. И я сама определяю, сколько я могу заплатить этой 1000. Каждому по рублю, каждому по 10, либо каждому по 20. Это прерогатива рекламодателя. Человек, который установил этот ценофон, получает 20% от того, сколько установил рекламодатель. Если я дала рубль за то, что вы посмотрите эту рекламу, да, заплатила компания «Ценобу» рубль, то значит вы за просмотр этой рекламы получите 20 копеек. 20% от стоимости показа получает человек, который установил ценофон. Сейчас это очень выгодно для любого рекламодателя, потому что сейчас вообще их мало. Но я вас уверяю, это как в Яндекс.Директе. Когда человек настраивает рекламу, то, естественно, его клики, его переходы рекламы, они зависят от того, какая у него конкуренция в его нише. То же самое будет у нас. Вот сейчас мне очень выгодно давать рекламу через систему «Ценофон», потому что еще никто не понял, что это такое, поэтому я могу играться. Я могу подешевле поставить цену, да? Дальше у меня это не получится. Я буду конкурировать со своими конкурентами, и я должна буду повышать цену, чтобы именно мою рекламу хотел увидеть человек, который поставил приложение. Да, совершенно верно. Мы сейчас с вами строим абонентскую сеть. Вот система «Ценофон» дает возможность абсолютно бесплатно каждому человеку построить свою абонентскую сеть. То есть, чтобы вы понимали, вы бесплатно установили, вы будете на этом зарабатывать. Естественно, не миллионы, чтобы вы понимали. Но самое главное, даже не в этих копейках, либо в рублях, которые вы получаете, да, на бесплатном использовании ценофона, а в той уникальной информации, которая вам сэкономит миллионы. Потому что если вас интересуют, например, там, та же детская одежда, та же обувь, машины, где помыть машину, где заправить машину бензин, то вы получите информацию, что сегодня именно по этой теме в вашем городе идут распродажи, идут акции. Это же экономия какая огромная. Понимаете, вы получаете супер информацию, вам еще за нее заплатили. Нигде, ни в одном проекте нет такого, что какое-то приложение, которое сейчас много, море, это понятно, мы не новички, но никто не дает таргетированную, точечную, целевую рекламу, как это делает система «Ценобой», компания «Ценобой» с помощью системы «Ценофон». Но самое главное, что в Яндекс.Директ очень похожи, у них тоже есть таргетированная реклама, но нет того, чего дает «Ценофон». Никто, вот если я вам скажу, если вы продвинутый интернет-пользователь, и вы знаете, как это делать, да, как настраивать Яндекс.Директ, то мне никто не заплатит за то, что я вам сказала, пойди дай рекламу, и ты завтра будешь в шоколаде. А у нас есть партнерская программа от того, что я строю свою абонентскую сеть. Вот я как бизнес-партнер сейчас раздаю всем налево-направо это приложение. Оно бесплатное, берите, пользуйтесь и говорите мне спасибо. И те люди, которые установили это приложение, они будут в выгоде. Но я, как человек, который здесь занимаюсь бизнесом, построю себе вот такую абонентскую сеть, с каждого их звонка сделает человек 10 звонков. Получит он за эти 10 звонков 10 рублей, 5 рублей мои. И я, как бизнес-партнер, получаю вот эти проценты 10, 5, 2 до третьего уровня, либо в виде
видите на слайде, до 7 уровня. В зависимости от того, на какой паркет вы зашли в нашу компанию, какой вы бизнес хотите делать в нашей компании. По ценофону понятно? Есть вопросы? Давайте сразу по этому слайду. Нет, накручивать не получится, Игорь, потому что, смотрите, если человек нажал на иконку ценофона и не позвонил, и не поговорил, ему не заплатят. Это все предусмотрено. Вы же понимаете, что у нас IT-разработка уникальная, очень умная. Вопросов нет. Идем дальше. Так вот это для любителей, для тех людей, которые вообще ничего не хотят, дайте мне бесплатно, чтобы у меня была выгода. Пожалуйста, возьмите. Вот таких людей, которые действительно нечего, не хотят вкладывать, не верят никому, это уникальная возможность. Пожалуйста, возьмите, вы будете всегда иметь хорошую информацию, вы будете иметь заработок. Бывает, что включила, позвонила и не заплатили, Андрей, не бывает. Или, может быть, это было раньше, потому что мы же сейчас настраиваем. Сейчас будут шероховатости, к этому нужно относиться нормально. Еще раз говорю, компания на предстарте. После старта компании, когда вот будут вот такие недочеты, это плохо. Но до старта компании мы должны это налаживать, мы должны постоянно что-то изменять. Поэтому это нормальная система. Сколько стоит, Татьяна, что? Приложение нисколько не стоит. Старт кампании в середине апреля. Следующее направление. Я зарегистрирована в ценобое, приглашаю в ценофон, если они не в ценобое, и будут платить. Конечно, Татьяна. Дело в том, что люди, которые установили ценофон, они автоматически сразу же регистрируются в ценобое. У нас интеграция идет со страничкой ВКонтакте. Куда выводятся деньги? Когда человек устанавливает ценофон, он автоматически является зарегистрированным пользователем компании «Ценобой». У него точно так же, как у всех людей, которые пришли на другие виды заработка, есть свой бэк-офис, к которому прикрепляется Яндекс.Кошелек. Человек может вывести деньги на Яндекс. Яндекс он может пополнять свой мобильный телефон, либо выводить туда, куда он хочет. Вот это понятно, да? Вот это супер направление, это третье направление, на котором я собираюсь сделать очень серьезный бизнес, это система Ценотрек. Ценотрек – это геопозиционная мобильная реклама. Это такая маленькая флешечка, очень похожая на автомобильный брелочек такой, да, который содержит в себе уникальные возможности. Где можно узнать? Максим, я ведь сейчас рассказываю о ценобое. Вы внимательно слушаете, а задаете вопросы. По поводу привязки Яндекс.Кошелька, это то же самое. Нужно обратиться к людям, к вашим спонсорам. Давайте, пожалуйста, дальше. Нет, вопросы можно задавать именно по теме. Если я рассказывала вам о системе ценофон, то задавайте по ценофону. Все остальные вопросы будем рассматривать с вами после того, когда я закончу. По ценотреку. Вот смотрите, вот такой вот брелок, это... Вообще, как я говорю, это мечта каждого рекламодателя, это мечта каждого предпринимателя, каждого бизнесмена, потому что более точечную, более таргетированную, более эффективную, более целевую рекламу, чем вот с помощью вот этого оборудования нельзя дать. Что это такое? То есть человек, обладатель этого ценотрека, проходя мимо любого здания, мимо любого магазина, мимо любого парикмахерского, проезжая мимо станции техобслуживания, либо станции... красоты, либо мимо ресторана, либо мимо кафе, неважно. Вы проходите мимо какого-то заведения человека, который заплатил за рекламу по системе Ценотрек. Допустим, вы проезжаете на машине мимо, например, заправочной станции. И за 50 метров до этой заправочной станции вам приходит вызов на эту систему. Допустим, Евгений, вы сейчас... на таком-то расстоянии от станции техобслуживания, либо от заправочной станции, где сегодня акция, например, бесплатно 5 литров бензина. Почему это сработает? Почему это на 100% реклама, которая сработает? Потому что вы находитесь непосредственно возле этого учреждения.
Если вы идете по городу, и в вашем городе есть бизнесмены, которые уже участвуют в этой системе, и заплатили, например, владелец кафе заплатил, вы проходите мимо кафе, и вам опять звонят. Вы находитесь возле двери кафе, где сегодня бесплатная чашка кофе. Вот я обожаю кофе. Я могу использовать этот брелочек, да, и два раза в день ходить бесплатно пить кофе. Ну, допустим, я вообще так говорю. Во-первых, мне это нравится. Моя эта тема, кофе, да, я ее выбрала. Мне по этой теме дали сообщение. Я использую это сообщение, потому что я нахожусь непосредственно перед дверью кафе. И мне еще за это заплатят 30 рублей. Еще раз вам рассказываю. Вы получаете суперинформацию. Эта информация вам дает возможность экономить. Эта информация оплачивается очень хорошо. Еще раз, цена треки есть, это один вид только. Это вид, такой вид шопинг, да, где вы можете просто по городу ходить, получать по 30 рублей за смс-ки, которые вам интересны по вашей тематике, да, и получать суперинформацию. И уже вы будете, в принципе, не в проигрыше. Здесь еще заложена кнопка SOS. SOS – это такая защита своего рода. Если вы привяжете к этой кнопке какой-то определенный номер телефона, допустим, отдали цена трек ребенку, а ввели свой телефон. Мало ли что случилось, ребенок нажал на вот эту кнопочку SOS, которую вы видите, и вы мгновенно получаете сообщение, где находится в данный момент ваш ребенок, потому что вот этот прибор отслеживает, и вы можете среагировать моментально. То есть это вот такого своего рода защита. Это же система ценотрек, мне кажется, тем, что ей уже заинтересовались очень многие сотрудники в Дубае, потому что мы сейчас говорим о том, что в нее будет внедрен биорезонансная такая система. Система, которая отслеживает у человека, который владеет этим ценотреком, сбои в организме. То есть не лечит, чтобы вы понимали, а она вам говорит, нужно вот там обратить внимание, там не все в порядке. То есть вообще уникальнейший прибор, я не знаю, за него можно миллионы отдавать. Цена, дело в том, что цена сейчас, она будет продаваться, ценотрек отдельно, пока нет. Система ценотрек возможна только для бизнес-пакетов премиум. Я вам сейчас об этом расскажу про пакеты. Пока по направлениям, понятно? Цена лайк, цена фон, ценотрек, понятно? Вопросов нет. Пожалуйста, потом не надо задавать, когда вы в следующее направление идти. То есть первое направление. Прошел обучение. Попробовал, прошел обучение. И я имею подработку. Не тяжелую, но стабильную. Второе направление. Пожалуйста, бесплатно. Установил. Имею какие-то затраты свои, я уменьшаю на телефонные разговоры и получаю уникальную информацию. Третье направление. Ценотрек. Это интересно и рекламодателям, естественно, владельцам бизнес-пакетов, которые могут на нем и зарабатывать, естественно, получать суперинформацию. Дальше. Ценамаркет. Я не сказала еще о ценамаркете. Смотрите, следующее направление, оно, в принципе, это то направление, ради которого я пришла вообще в ценобой. То есть сначала мне система не очень была понятна, ну что здесь такого, там какие-то направления непонятные. А вот ценомаркет — это то, что меня вообще как бы сразу меня взяло, потому что я вот этой системой занималась 10 лет назад. Это создание интернет-магазина, общего, единого интернет-магазина, куда мы будем приглашать абсолютно всех предпринимателей, абсолютно всех городов. Компания «Ценобой» работает с 4 странами. Это Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия. Я вас уверяю, что у нас уже есть ключевые люди в каждом из этих стран, и будут ключевые люди в каждом этом городе. И именно каждый человек, ключевой человек, я тоже об этом скажу попозже, который будет заводить рекламодатель, да? Ни один рекламодатель сегодня никогда не откажется от дополнительной рекламной площадки. Она для него совершенно бесплатная. То есть любой бизнесмен, маленький бизнес, там маленький ларечек, маленькая там, я не знаю, киоск, до больших супермаркетов, они зайдут на эту площадку, на нашу площадку «Ценамаркет», с единственным условием – дать скидку. То есть человек, который установил ценофон, это для бесплатника, он уже имеет возможность бесплатно пользоваться ценофоном, получать в видео интересную рекламу, покупать свою мобильную связь и покупать со скидками, потому что только для партнеров «Ценобой» через систему «Ценамаркет» вы можете совершать покупки в вашем городе
того, что вы хотите, а не то, что продвигает любая компания какая-то одна. Вот купите у меня вот этот шампунь, и завтра будете, я не знаю. Вот вы покупаете то, что вы и раньше покупали. Вы стрижетесь там, где вы раньше стриглись. Вы ходите в рестораны, в кафе, в кинотеатры, в дома отдыха, в поликлиники, куда вы и ходили. Но при этом вы сейчас будете экономить. И это для вас совершенно бесплатно. Вот что такое ценомаркет. Мы делаем единую площадку, торговую площадку, где каждый пользователь ценомаркета абсолютно бесплатно может на этой торговой площадке покупать со скидками. Для тех людей, которые выставили свою линейку продуктов, это дополнительный источник трафика. Это супер реклама. Потому что если я, допустим, зарегистрировалась бесплатно, допустим, кто-то из вас в Москве, либо в другом городе, либо в Казахстане, либо в Беларуси, сегодня захотел приехать в Ялту. Приезжая к Ялте, вы берете свой смартфон, пишете там ценомаркет и пишете слово «гостиница Ялта». Или нет, просто пишите «гостиница». И вам высвечивается вся линейка гостиницы, которая зашла в систему ценомаркет. И вы смотрите, так, эта гостиница дала 5%. Скидки за проживание, это 10, это 20. Пойду там, где 20. Вы с другой стороны ко мне приехали, и вы уже экономите 20%. И вам это все бесплатно. Это разве плохо? Либо другое направление. Вы хотите сегодня покушать. Вы пишете столовая, буфет, ресторан, неважно. Вы выбираете, вы смотрите, кто на этой площадке. Для рекламодателя это золотое дно. Они все сюда будут просто бежать. А для вас это тоже хорошо. Но я вас умиляю, для меня еще лучше. Потому что я заведу сюда все рестораны, все кафе, все дома отдыха. И я буду зарабатывать от того, что вы будете покупать у этих рекламодателей. Вы покупаете со скидкой, а вот эта скидка идет ко мне в карман. Вот это поймите, пожалуйста. Теперь смотрите. Еще раз повторяю. Демо-пакет. Бесплатный пакет имеет возможность заработать на системе ценовая 60 рублей бесплатно. Обналичить, сказать спасибо компании ценовой, что мы ее не обманули, что все работает как часики. Не хочу платить, не надо. Пользуюсь только ценофоном и ценомаркетом. Вот это понятно. Это для бесплатников. Такого нет ни в одной компании. Никто вам бесплатно не даст возможность зарабатывать. Либо вложи, либо пригласи, другого нет. У нас, пожалуйста. Но самое главное, что я-то зарабатываю на бесплатно. То есть вот эта огромная армия людей, которая нигде не могла заработать, сейчас зарабатывает. Но именно на такой армии людей зарабатывают и бизнес-партнеры. Мы не гоняемся за вот этими 10% в MLM, либо там в инвестиционном проекте, потому что их осталось очень мало. Мы не соревнуемся ни с кем, мы не говорим, дойдите к нам, у нас лучше. Нет, мы ни с кем не соревнуемся. Мы абсолютно каждому человеку, у которого есть какой-то свой достаток, либо какого-то достатка нет, просто раскладываем по полочкам. Вот у нас есть такое, такое, такое. Бери. Что бы ты ни взял, ты будешь зарабатывать. Но дело в том, что на чем бы человек ни зарабатывал, сколько бы он ни зарабатывал, половина – это моя его заработка. Если я не пройду обучение и не возьмут, меня деньги вернут. Андрей, что значит вас не возьмут? Возьмут. Я вас уверяю, обучение, уж совсем уже не первый класс. Обучение очень достойное, доступное. Преподает наш вице-президент, замечательный профессионал. Я вот 15 лет сама проводила тренинги, да, и то мне было очень стыдно, что я не знала тех вещей, которые прошла за эти 5 дней. Но они мне дали возможность сейчас из 100% 100 регистрировать компанию «Ценобой». Вот такое замечательное обучение. Любой человек это может пройти. Если вы не пригласите ценомаркет рекламодателя, Света, вы будете зарабатывать. Потому что приглашать рекламодателя могут только бизнес-партнеры. И то этому нужно поучиться. Итак, смотрите, давайте, чтобы я не отвлекалась по вот этому слайду. Для демщиков понятно, да? Бесплатно это вот верхняя часть. Вы будете пользоваться услугами ценомаркет, получать все свои покупки, которые вы осуществляли, либо будете осуществлять совершенно бесплатно со скидками. Вы будете пользоваться абсолютно бесплатно ценофоном. И вы сможете через систему ценовать заработать 50-60 рублей и их вывести. Вот это понятно.
Смотрите, у нас еще очень много продуктов, о которых я вам еще не рассказывала. И даже на вот этих продуктах человек, который зарегистрирован на демо, он тоже может ими пользоваться, потому что это уникально. Когда человек один раз зашел в компанию «Ценобой», он всегда будет получать эксклюзивную информацию. Наша компания не собирается останавливаться, потому что понятно, что рынок там мы первыми открываем, но и понятно, что в этот рынок скоро очень многие захотят зайти, поэтому нам нельзя останавливаться. Нам нужно наши IT-разработки просто, ну, не знаю, клепать. Мы и так их клепаем. Мы даже не поминаем, мы название даже не можем запомнить, сколько уже всего у нас. Вот цена Skype, чего только стоит, это возможность, разговаривая по Skype, два человека разговаривать, да, после разговора получить в текстовом варианте разговор. Это уникальная аналитика. Это помощь, например, для новичков, для тех людей, которые не умеют еще общаться, которые, ну, вот не срабатывает у них продажа, да, при разговоре. Вот эта система CMS-Skype дает возможность им записать в текстом, то есть печатно видеть весь разговор. И вот этот текстовый документ новичок отдает своему спонсору и говорит: ну смотри, вот поговорю, почему у меня человек не зарегистрировался. Профессионал, спонсор, наставник посмотрел и говорит: вот смотрите, вот в этом месте нужно было вот так сделать, в этом месте вот так. То есть это классная аналитика. Это тоже инструмент для продажи, для 100% продажи. И такой продукт у нас тоже уже есть, и тоже он скоро выйдет. Вообще направлений очень много. Естественно, после старта компании будет еще больше. Поэтому я вас уверяю, что нет такого человека, никто не будет обижен, если он зайдет в компанию «Ценобой». Сейчас у него пока, например, направление никакое, его не устраивает, допустим, так же такое может быть. Но я вас уверяю, он все равно здесь найдет для себя то, что ему нужно. Не сегодня, так завтра. Молдове нужно выводить деньги? Нет, мы пока с Молдовой не работаем, но у нас уже в разработках открывать Молдовию тоже. Мы пока работаем с 4 странами. Да, научите 10 человек, и вы будете получать 500 тысяч рублей. Это точно. А что надо готовить 3700 на обучение? Ничего не надо готовить, Андрей. Нужно просто прийти на обучение, внимательно слушать. А после обучения пройти тест. И после того, как вы его правильно пройдете, получите профессию. И на следующий день будете за каждую секунду, которую вы сделали при отправке вот этого рекламного объявления, ложить в свой карман 16 рублей. Ценомаркет уже сейчас, лайты могут приглашать рекламодателей и получить вознаграждение. Татьяна, это у вас дезинформация какая-то. Лайты вообще не могут приглашать рекламодателей. Давайте теперь поговорим по поводу именно бизнеса. Всем... Сейчас я заново рисую. Игорь, я ничего не поняла, что вы написали. Хорошо, давайте еще раз. Вопросы... Елена, я вас уверяю, вы не сможете неправильно написать тест. У вас, во-первых, вот эти, бывает такая боязнь, да? У вас есть спонсор. Он обязательно уже прошел тест. Ну, поговорите с ними, с вашими спонсорами, с вашими наставниками. У нас очень замечательная команда, и все друг другу задают, помогают. Я вопрос просто задала. Итак, три направления, которые я вам сказала, это цена лайк, цена фон и цена трек. Это возможность зарабатывать на своих усилиях. То есть я сделала звонок, заработала, я сделала репост, заработала. Я, например, имею у себя цена трек, но хотя бы об этом сейчас не будем рассказывать. Вот про два направления, да? Это то, что я сделала, зато я и получила. Но от того, что вы, например, об этом рассказали кому-то, и человек установил ценофон, и он делает на своей страничке рекламные посты, размещает, вам от этого ни холодно, ни жарко. То есть зарабатывать от кого-то, ребята, могут только бизнес-партнеры, потому что это уже бизнес. Рекомендую кому-то любое направление, и зарабатывать от этого могут только бизнес-партнеры. Ребята, давайте вопросы тогда потом, либо как мне вести презентацию. Только через Яндекс кошелек у нас. Мы работаем только через Яндекс. По поводу репоста. Как только вы проходите обучение, даже старые, которые были хорошие, больше 60, вам будет оплачиваться 16 рублей. Так вот.
те люди, которые понимают, что пригласить на бесплатное несложно, те люди, которые понимают, что пригласить людей, которых очень много, которые не любят приглашать, тоже несложно, и те люди, которые понимают, что создать сеть, свою абонентскую сеть и сеть рекламных агентов и получить пассивный доход от того, что в вашей сети кто-то звонит и кто-то делает репосты, сидя в социальных сетях ВКонтакте, вот это люди, которые могут сделать замечательный, вообще супер бизнес в компании «Ценобой». И вот для этих людей есть два направления бизнеса. Это пакет Light 7000 рублей, пакет Premium 28 тысяч рублей. Сразу хочу сказать, это единоразовый взнос. Здесь нет никаких ежемесячных платежей, нет никакой абонентской платы. Здесь вы один раз вошли как бизнес-партнер, и вы имеете привилегии заработка от всей вашей команды, которая зашла на любое направление, которое есть в компании «Ценобой». Что бы они ни сделали в вашей структуре, позвонили, сделали репост, осуществили покупку, это все ваши деньги. Если вы зашли на пакет Light, вы зарабатываете с трех уровней. С трех уровней по системе цена Like, с трех уровней по системе цена Фон, и с трех уровней по системе цена Маркет. И вы сразу же включаетесь еще в MLM-составляющую, это бизнес-составляющая. Дополнительно вы еще начинаете зарабатывать именно от того, что вы строите свою бизнес-структуру. Подробнее, конечно, о маркетинге вам расскажет человек, который вас сюда приглашил. Я просто хочу вам показать наглядно. Вы купили пакет Light, который стоит 7000 рублей. У вас, допустим, 10 человек зашли просто на ценофоне. Они просто скачали себе вот это мобильное приложение бесплатно. Вот каждый человек зарабатывает, допустим, там 10 рублей, да, 5 рублей ваши, с 10 рублей, это 50 рублей. И так до третьей глубины, вот это понятно. То же самое по ценолайку. Если вот эти 10 человек, кто-то из них прошел обучение, вы получаете с каждой суммы 3700 тысяч рублей, потому что вы на бизнес-пакете. Но если вы купили пакет, и к вам пришли тоже бизнес-ориентированные партнеры, то с прямой продажи получаете при пакете Light 500 рублей. Потом, когда идет продажа в глубину, вы получаете до третьего поколения по 250 рублей. Командные продажи – это когда у вас регистрация идет слева и справа, и закрывается пара 500 рублей. И вот этот замечательный вид вознаграждения, дисбаланс, который я не встречала еще ни в одной компании, в любом маркетинг-плане, я говорю о бинаре, есть вот такая беда, это когда одна нога растет больше, чем другая. Когда партнер в одной стороне всегда опережает партнера в другой. И получается такой дисбаланс. И, естественно, при этом дисбалансе люди не зарабатывают. Так вот, даже эту систему у нас исправили. У нас нет выплата за дисбаланс до пятого поколения, если вы на пакете Light. То же самое вы зарабатываете от любого продукта, который сейчас есть и который выйдет. От системы ценоскай и от бренд-актива. Это тоже новый продукт, который есть в нашей компании. Это профессиональное оформление вашей странички ВКонтакте, где вам профессионально наши специалисты, наши маркетологи, наши копирайтеры, наши дизайнеры сделают вашу страничку такой, что вам люди будут сами хотеть идти в структуру. Вот. И по бренд-активу вы тоже будете зарабатывать, если в вашей структуре кто-то это купит. У меня пакет за 7 тысяч, за рефералы я в ценофоне не получаю. Ирина, пока за рефералы в ценофоне никто не получает. Партнерка по ценофону никуда не девается. Вот сейчас, смотрите, сейчас люди звонят, и у них накапливаются на их балансе деньги. Естественно, это никуда не пропадет. Как только эти деньги они появятся у них в бэк-офисе, каждый спонсор, каждый наставник, если они находятся в вашей структуре, получит свои положенные проценты. Не переживайте. 20% от показа в ценофоне. Нет, объясняю, не от 4 рублей. Смотрите, если рекламодатель заплатил ценобой рубль за каждого клиента, то тот человек лично получает 20% от рубля. Это 20 копеек. Со второго уровня он получает 10%, то есть половину от рубля, 50 копеек. На третьем уровне он получает 25 копеек. Вот это понятно, да, Евгений? По ценофону поняли, да? Но вопросы задаете и молчите. Ну вот теперь переходим к следующему.
я вот тоже нахожусь на пакете премиум. Я этот пакет купила уже 3 раза. И сейчас у меня возможность, будучи на пакете премиум, иметь пассив от 500 до 1000 рублей ежедневно. Это очень маленький пассив, потому что у меня и команда еще маленькая. Она, мне кажется, самая замечательная. Но я знаю, что каждый из них состоится, потому что уже очень новая информация о компании «Ценобой». Ну вот нет такого еще предложения ни в одной компании. Естественно, это воспринимается не так уж на ура, потому что людям нужно это в голове еще у себя как бы переработать, потому что это же понятно, да? Но те люди, которые понимают, что нельзя только думать, потому что рынок рекламы очень быстро разбирается. Это даже быстрее 1000 раз, чем рынок здоровья, рынок автомобилей, рынок чего угодно. Поэтому пока люди ждут, что вот когда стартанет компания, у нас не будет ни сучка, ни задоринка, ни по ценофону, ни по ценолайку. Вот к тому моменту каждый, кто это понимает, уже придет с готовой структурой, с готовой абонентской сетью, с готовой сетью рекламных агентов и с готовой сетью рекламодателей. Потому что только пакеты премиум имеют возможность приглашать рекламные бюджеты. Пакет премиум, единоразовый взнос, дает возможность получать 7 уровней от рекламодателей. То есть смотрите, еще многие говорят, чем мы отличаемся от любой сетевой компании. То же самое, опять продажа пакета, опять тут какие-то дисбалансы. Ребята, вот смотрите, можно купить просто пакет премиум, либо пакет лайт и просто пригласить 1000 бесплатников. Вот просто пригласить людей на ценофон, на ценомаркет. Они ничего не вкладывают. Но вы же будете зарабатывать. В какой компании такое есть? Где можно купить пакет, пригласить людей, которые ничего не вложат, никого не пригласят и быть в шоколаде? Ну, назовите мне хоть одну такую компанию. Я такую компанию не знаю. Поэтому я и ценобой. Премиум дает возможность использовать рекламный бюджет рекламодателей до 7 глубины по всем направлениям. Премиум дает возможность через сетевые вознаграждение получать в 6 раз больше, чем на пакете Light. То есть, если по прямой продаже на пакете Light 500 рублей, здесь 3000. По денежной цепочке мы берем 7 поколений, это 1500. То есть, вы понимаете, если вы хотите сегодня заработать 100 тысяч рублей, и я хочу заработать 100 тысяч рублей, то вам и мне, в зависимости от того, что вы находитесь на пакете Light или на премиум, вам нужно сделать 6 раз больше работы, чем мне. Ну, Анна, если они без вложений репосты ленятся, ну, ничего страшного, они все равно проснутся. Вы же понимаете, что не нужно никого насиловать, не нужно никого заставлять. Вы просто дали информацию. Я вот сейчас говорю, нужно пользоваться моментом. Пока компания не стартовала, это для нас уникальное время. Мы имеем возможность спокойно об этом рассказывать всему своему окружению. Я вас уверяю, что когда компания стартанет, когда будет очень мощная реклама, когда будет работать очень много продуктов, которые уже готовятся, которые уже есть, все об этом, да уже почти все знают, что такое компания «Ценобой», они вас вспомнят, потому что им нужно будет кровь из носу найти рекламную, такую, свою реферальную ссылку у кого-нибудь, дайте ссылку, потому что я хочу, и они о вас вспомнят. Игорь. Ну, я не знаю, как нельзя пригласить человека на бесплатное. Ну, надо, значит, приходить вам на школы и учиться. Благо, у нас школы тоже ведутся по отделению. Есть школы для новичков, есть школы для лайтов, а есть профессиональные школы для бизнес-пакетов премиум. Потому что, как бы вам сказать, человек, который на бизнес-пакете премиум, это единственные люди, которые могут от рекламодателей, от их бюджетов получать 10%, да, 10% от рекламного бюджета, вы понимаете, какие-то деньги. А если вы пригласите очень мощные, очень сильные предприятия, да, то это очень серьезные деньги. Вам же нужно быть профессионалом, вы же не можете просто прийти и сказать, ну, давайте, заходите сюда, я же хочу от вас 10%. Вы должны стать профессионалом, вы должны стать управленцем, и вас этому будут обучать. Вы как обучают нас каждую неделю, да, наш вице-президент. Брендмастер, учеба – это разное. Совершенно верно. Брендмастер – это продукт. Это продукт профессиональное брендирование вашей странички ВКонтакте. Обучение – это вы становитесь рекламным агентом, востребованным специалистом, и вы можете на этой специальности зарабатывать всю свою жизнь. Да, не
не знаю сколько лет, сидите, кликайте у себя на страничке ВКонтакте и радуйтесь тому, что не тяжело, но вы в кармане найдете вот такие деньги. Расписание школы у нас есть наш портал, спасибо моему спонсору. Мы сейчас создаем все инструменты для любого человека. И вообще, я хочу сказать, в компании «Ценобой» невозможно не состояться. Никому невозможно, потому что ну, собрано все. От самых первых шагов до самой большой планки вы можете получить информацию либо на нашем портале, либо у своих спонсоров, либо на наших школах, либо на наших вебинарах, где угодно. По поводу премиум я опять отвлеклась. Смотрите, сегодня, вот этот месяц у нас вообще уникальный, потому что 4 июля именно лидеры, которые себя покажут за этот месяц, которые выполнят промоушен. Промоушен идет только для пакета премиум. Промоушен – это возможность войти в лидерский совет компании «Ценобой». Лидерский совет компании «Ценобой» – это мечта, конечно, я считаю, но любого сетевика особенно, потому что я всегда хотела войти в лидерский совет в других компаниях, не российских. Но, ребята, это вообще невозможно, потому что туда очень редко кого подпускать, либо за очень дорого подпускают. Так вот здесь это можно сделать совершенно бесплатно. Выполнив просто, сделав определенную работу. Да, нелегкую, но эту работу нужно делать командно. Если вы это сделаете, вы становитесь соучредителем компании, и вы будете распределять бюджет всей компании со всех стран, от всех рекламодателей этих стран, России, Беларуси, Казахстана, Украина, вы будете получать от всех бюджетов по системе цен на фон до 20%. Это пассив, и это очень серьезный пассив. И вы можете, будучи на пакете премиум, 4 июля поехать вместе с компанией, либо за счет компании, смотря как вы выполнили промоушен, либо 50% в Турцию отдохнуть и получить уникальное знание, как от президента компании, как от вице-президента компании, так и от лидеров, которые тоже будут ехать все вместе в этом составе. Есть же для премиума еще уникальная возможность войти в X-Club. Это возможность получить вот такую красивую машинку класса X BMW, совершенно бесплатно, без всяких там заемов, лизингов, кредитов. Пожалуйста, поработайте, и вы получите все. Вы получите возможность зарабатывать и от рекламных агентов, и от своей абонентской сети, и от покупок любых, и ездить на машине, и получать от бюджета рекламодателя деньги. Ну, ребят, вот если все это сложить, я вам говорю, что это очень серьезно. На автомате приглашать можно Махмуд. Ну, еще раз хочу, на автомате можно пригласить на бесплатное, на ценофон. Но бизнес-партнеров вы никогда не пригласите на бесплатное. Да. По поводу ВКБ-кабута и вообще остальных средств, все, что касается, особенно системы социальной сети ВКонтакте, я вас очень прошу. Это очень серьезно. Ведь страничка ВКонтакте – это ваш инструмент, это бизнес-инструмент. Если вы ее если вам ее забанят, вы теряете бизнес. Поэтому подумайте и очень аккуратно вообще со всякими скриптами, ВК-ботами, там, я не знаю, где были. Что нужно для машинки, Елена? Ну, это промоушен, вам об этом расскажет ваш пригласитель. Мы как бы в этом углубляться не будем. Это нужно сделать определенное количество именно премиум-пакетов. Точно так же, как и по промоушену в Лидерский совет. Вопросы, пожалуйста, ребята. Я просто хочу вам резюме провести. Что конкретно меня здесь, я приняла решение от чего? Вы послушали информацию, смотрите, почему я приняла решение, может быть, это вам поможет. Наша российская компания, где есть свои айтишники, свои рекламодатели, свои маркетологи, свои мозги, находится в самом крупном айти-парке России. В этот айти-парк, резидентом этого айти-парка, очень сложно войти в любой компании, которая вот однодневка, как многие говорят. Это компания федерального значения, это все очень серьезно. Старт компании будет у нас в Иннополисе, в Наукограде. Это город между Татарстаном, в Татарстане, вы понимаете, да, в Наукограде. То есть это, для меня это очень показательно. Второй момент, что я здесь могу зарабатывать больше, чем в любой другой компании, потому что не в маркетинге дело, не вот в этих пакетах дело, а в том, какому количеству людей вы можете предложить этот бизнес.
чтобы они на этом заработали, а если они зарабатывают, то вы зарабатываете. Так вот, в любых видах заработка, которые есть, это 2-10%. Не осваивается 90%. Поэтому маркетинг накладывается на мизерное количество людей. И это тяжело. Здесь вы получаете 100% регистрацию, потому что человек сам выбирает, что он хочет. И третий момент – это замечательный пассив. То, что каждый человек ищет. Вот вы сегодня сделали дело, да? Вы себе построили сеть, неважно какую, и эта сеть будет всю жизнь вас кормить, потому что никогда они, люди, не перестанут покупать, делать покупки, да? Тем более, что эти покупки они делают привычные, свои. Мы не говорим, иди вот только в тот магазин, ни в коем случае. Потому что только привычка позволяет человеку делать то, что он делал каждый день. Значит, никто из вашей структуры никуда не уйдет. И вот это замечательный пассив. Создайте себе такой пассив, ребята. Я вас уверяю, что компания «Ценобой», какое бы вы решение приняли, да или нет, я вам все равно хочу сказать, вы все равно будете в «Ценобой». Я это 100% знаю. И каждый здесь будет, потому что выгодно здесь всем. Просто вот как именно человеком вы здесь будете, либо вы будете просто потребителем, либо просто возьмете свой участок на этом рынке, на этом новом, совершенно неосвоенном рынке, но очень перспективным, потому что все, что касается IT-технологий, мобильных приложений, оно ни у кого не будет спрашивать, оно просто придет, и оно будет очень востребовано. Поэтому я вам предлагаю просто этот процесс возглавить вместе с нами. Вопросы. Ценотреки получать начнем. Премиумы, да. По поводу ценотреков, простите, не сказала. Только премиумы получают. При покупке пакета идет, пакет входит именно премиум, именно ценотрек. И именно по системе ценотрек будут зарабатывать только премиумы. То есть, смотрите, если в моей структуре, вот у меня сегодня структура 700 человек, кто-то купит ценотрек и будет получать свои заветные 30 рублей, 15 рублей мои. С каждого. Только у меня, потому что я на премиуме. Вопрос про лицензию, если она на привлечение средств людей. Алексей, по поводу каких средств и какую лицензию вы хотите? Хорошо, отвечаю. Смотрите, у нас будут официальные, мы международное потребительское общество. У нас будут официальные юридические договора с каждым членом потребительского общества. Это понятно. А где найти в личке учебу про ценолайку? Если вы оплатили обучение, то у вас в разделе «Ценолайк» уже стоит ссылка на вебинар и пароль на вебинар. Оцените пока. Три раза вы купили пакет премиум, это значит три. Нет, я один раз купила пакет премиум, но уже заработала как три раза по премиуму. То есть вернула деньги, понятно, да? Я не покупала три аккаунта. Есть ли переливы от вышестоящих в пакете LED? Владимир, это вне зависимости от пакета. Это у всех есть переливы, если у вас вышестоящий спонсор хорошо работает. Да. Есть запись по обучению? Совершенно верно, Илья, да, потому что мы все занятые люди. Бывает, что пропускают обучение. Вы просто обращаетесь к своему спонсору, и он вам дает запись обучения. На тот день, который вы не прошли. А без обучения можно купить и работать. Можно, Степан? Можно. Некоторые делают так, покупают сначала пакет, приглашают бесплатников, либо людей, которые зарабатывают на ценолайке, начинают зарабатывать с каждого по 8, по 4, по 2 рубля, потом за заработанные деньги покупают обучение. И так бывает, да? У спонсора, который... Да, про это обучение совершенно не наверное, Игорь. Человек, который находится на бизнес-пакете премиум в вашей структуре, ваш спонсор, он может вам дать в записи обучение по системе ценолайк. Ценотрек, объясните, пожалуйста. У всех же нет ценотрека. Каким образом вам будет перечисляться, из чего? Анна, ну, во-первых, всем премиумам, у меня уже 6 премиумов, всем уже идут на почту ценотреки. И они все будут зарабатывать в своем городе, либо куда-то будут ехать по 30 рублей за каждую смс-ку. Понятно, Анна?
Ну, я вам хочу сказать, что когда мы стартуем, эти ценотреки будут очень хорошо покупать у нас бизнесмены. Потому что более такой эффективной рекламы они нигде не найдут. Ни по одному даже направлению. Ценотрек — это будет самый востребованный продукт, я вас уверяю. И на нем можно очень серьезно заработать. Да, дело в том, что их же нужно там прошивать, перепрошивать. Это же все очень серьезно, это же технологии. Нам сейчас идут, они уже все готовые. До старта компании обязательно придут, не переживайте, Анна. Ну все, я так поняла, вопросов нет. Спасибо, пожалуйста, что пришли, потратили свое время. Спасибо большое, что выслушали меня. Надеюсь, что у вас больше нет вопросов. Если они есть, обратитесь к тем людям, которых вас сюда пригласили. Хочу сделать промоушен на субботу, на воскресенье для людей, которые хотят здесь очень серьезно состояться. Будут уникальные школы, уникальные возможности. Посетите, пожалуйста, их, вы об этом узнаете от своих людей, которых вас пригласили, будут ссылочки. Это будет очень мощная прокачка, очень мощное толкание нашего бизнеса. Приходите, с телефона выводить деньги. Ну как выводить с телефона деньги? Передайте им другим, либо возьмите, выведите эти деньги на Яндекс кошелек, на писанную карточку. Все, всем спасибо большое, приходите на других спикеров и принимайте решения правильно, ребята. Всем успехов!